Всем привет, ребята. Это сложная тактика. Собственно, давненько мы не решали. Так, Кирилл, конечно, особого энтузиазма по поводу решения сложной тактики не испытывает, но я его фактически Доставил, вынудил. заставил, да, этим заниматься. 2600, да? 2606. Ну, 2.66? самое время выйти из этого. Опять я не в топе, но если был бы в топе, был бы второй. Так, ну, что мы видим? D3. Давай материал. Количество материала посчитаем. 6 пешек у черных. Ну, материала, я так понял, что поровну. Дело в том, что черным крайне неудобно распутывать вот эти свои фигуры на g3 и на h4. Видимо, просто невозможно. Но в качестве фактора, который может это исправить теоретически... Ну смотри, я вот досчитал до король d2, там, не знаю, король d2, и как-то ладья куда-то заезжает. То есть жертва фигуры на h4 от черных. И они пытаются провести. Я пока не могу найти за черных прямо строгого здесь спасения после любого хода, а любого отхода короля. То есть, ну давай проверять по очереди. С какого начнем? Ну, король d2, хочется пешку тормознуть. d2. Король d2. У черных две принципиально разные идеи тут после король d2. Первая идея — это сыграть c4. c4, да, согласен. Мы еще увидим. То есть просто отдать это качество и уповать на силу вот этих двух проходной на d3. Король Но далеко. Две проходные на фланге. В общем, позиция сложная. Наверное, в пользу белых может быть недостаточно. И вторая идея после король d2 есть еще слон g5 шах. Король d2, слон g5 шах — это включение. Да, но в этом случае я, кстати, не уверен, там, что это хорошая идея. Знаешь, смысл... Как-то ты отрезаешь свою ладью, и куда вот ей идти? Ну, король d1, ладья e3, слон d2. Ладья потеряется в итоге. Черный слон сыграет c4, и получится та же самая ерунда с этими проходными. И лишнее качество у белых взамен. Ну, это явно будет непростая задачка. Ее суть заключается в том, чтобы понять, после... мы, видимо, в любом случае выиграем это качество. Нам надо понять, каким образом его выиграть лучше всего. Понимаешь, вот если... давай посмотрим какой-нибудь ход король b1, например. Просто для примера. Я практически уверен, что это неправильный ход, но тем не менее. Король b1 смотрим, ладно? Хорошо. В этом случае у черных еще... Что мы видим? Надо играть c4. То есть, либо я тут не вижу какой-то идеи за черных, которая, кроме c4, которая позволяет им начать спасать этот материал, либо я просто, либо действительно, либо смысл задачи в том, что надо найти такой ход, чтобы c4 было не очень хорошо. По этому случаю у меня появилась такая идея, смотри, сыграть король c3. Что думаешь? Кирилл? Кирилл пропал? Алло, алло, алло. Да-да, ты что-то сделал с микрофоном своим опять, видимо. Не все хорошо. Ну ты слышал последнее предложение? Да-да, король c3. Что ты думаешь? Ну как-то страшно. То есть? Ну как-то, да, ну как-то где-то там может быть. Ну c4, король c3, c4. Взяли-взяли и король b4 в конце. Моя идея была в том, что мы начинаем объедать эти пешки. То есть туда зашли. Да. Там надо проверять, там надо слон f2, конечно, играть. Ладья f1, слон d4, король b5, слон b2, король c4, слон a3, король d3. Вроде мы очень много съели. Много. Какие еще у черных идеи после король c3? c4, слон g3, слон g3, король b4. Это вообще практически фоксировано все получается. Вроде черный... А, стоп. Может быть, черный после король b4... Ну, то есть король c3, c4, взяли король b4, я думал, может, d2 с идеей слон e1. Но на d2 белый сразу ладья d1 пойду. И уже не будет смысла слон e1. Просто жестко фиксирую эту пешку. И после слон e1 просто начнут объедать эти все. Логично. Ну, как-то, знаешь, вот... Просто не исключено, что мы что-то зеваем после король c3. А если мы зеваем, то идея задачи может заключаться в том, что мы, например, отходим на d1, и просто c4, мы забираем это качество, и компьютер может считать, что там у белых выиграно, например. Может быть, там действительно выиграно. Но король c3 очень заманчиво. Хочется съесть все с удобствами, конечно. Для безумия. Ну, это... Да я вот считаю, Никита, это... Ничего там нету больше, по-моему. b4 шах еще есть. Ну, аб. Аб, или может быть король c4. Или король c4, да. Аб или король c4. Да мне кажется, оба хода выигрывают. Или оба не выигрывают. Продолжение.
Есть какие-то определенные. Да нет. Ты исполняй. Ну как-то страшно. Король C3 страшно? Да. Ну ужас, ладно. Никто не попадет. Эту запись никто не увидит. Да, D2. Нужно брать. Стоп, 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 стоп. Еще один момент. Какой? Скорее всего, нужно брать, конечно, да, но... Тем не менее, что будет, если мы возьмем король d2? А, будет слон g5, и ладья на b3 убежит, да? Может, там выиграл в конце? Ну ладно, это бредовая идея, конечно. Бей на G3. Так, стоп, ничего не деваем. Мы ничего не деваем. Да, это было очень легко. Ну, 2352, тем не менее, задача имеет. Плюс Вопрос почему? 4 пункта. Король d1, c4, да, вот это все приведено. Вот этим вот человеком. Номером один, которого мы сейчас попытаемся обогнать. А сколько у него? У него 2622. Ну, мы сейчас его обгоним. Это очень, очень оптимистично, потому что мы вполне можем не решить задачу. Парочку. Правда, люди считают, что король d1 тоже может выигрывать. То есть вот этот вот вариант. C4 мы Ну да, взяли. пишем, что он там. Король d1, Гудини подтверждает, что это выиграно на очень большой глубине. Гудини считает, что вот эта позиция все-таки выиграна за белого. Умные Гудини. Абсолютно непонятно почему, если честно. Какие-то бредовые ходы делают. Белые и черные тоже, и в общем белые как-то выигрывают. Как-то вот так вот выигрывают. Корявенько. Ну, в общем, это выглядит совсем не очевидно с такой цепью, но выигрывают. Но в партии мы выиграли намного проще. Да, король C3. Во-первых, давай мы будем в этих видеороликах делать еще краткий разбор того, почему мы так играли. Просто в этой задаче все выглядит так очевидно, что... Не знаю, что сказать, если честно. Непонятно, для чего видеоролик. Да, ну хорошо, следующее, да? Да, конечно.